Так, ну что, друзья, идем на нашу лунку. Ой, ветерище началось. Вот так мы, короче, здесь, друзья, аккумулятор, подсветка, целлофан под рыбу застелю, если еще поймаю. Такой у меня тут целлофанчик, прямо конкретно на тонну рыбы. Снимаю, короче, как есть. Ветерок поддувает. Целлофан подтянуть. О, блин, там поддувает, здесь поддувает. Ну, блин, запорусило. Палки, блин. Тянуть. Да потихоньку настраиваюсь потихоньку. В смысле? Полно было? Ни хрена. Это что? А у меня что будет сейчас? Пять. Еще целлофан у меня такой рыбацкий. Ну что, пробуем? Что думаешь, там вообще, наверное, будет? Блин, как я уже соскучился по этому пауку. Мне нахуй, у меня вторая переноска не ходит рыбать. Ох, мамочки, Гродная. Это не мамочки, это пиздачки. Она вон вся сквозь эту, сквозь ячею проходит. Ох, мама, не горюй. Надо. Ждать не надо. Высыпаем. Она мелкая. Блин, ни хрена. Вот это косяк. Все. Остальное нафиг туда. Пускай в воде будет. Бросай. Намерзает сразу. Охренеть. Короче, друзья, поймал пол ведра. Но рыба вся мелкая-мелкая. Кормить даже не надо. Я думаю, если ее прикормить, тут, наверное, вообще будет капец. Полнейший причем. Вот, смотрите, друзья, улов. Охренеть. Просто море. И она вся мелкая. Я не знаю даже вообще, короче, как ее сейчас. Короче, надо будет все это дело сейчас делать. Слаивать, короче, свой целлофан пополам. Блин, пока это все сделаешь, во втором пауке уже опять будет гора рыбы. Короче, продолжаем дальше рыбачить. Ну, друзья, камера замерзает, как и лед. Я, как всегда, он в своем репертуаре без варежек. Сейчас почистим лунку и будем вытаскивать полную рыбы. По-любому обязательно надо чистить лунку, иначе вот это вся, весь лед вместе с рыбой, короче, будет. Это будет не есть хорошо. Так что такие дела. Светка у нас, да, короче, придется. Зачистим. Сейчас зачищу. Будем вытаскивать наш паучок. Рыбки замерзает вообще капец. Что-то прям вообще без варежек тяжело. Да я свои хорошие варежки делал, не знаю. Еще маленько, еще чуть-чуть. Фу. Обязательно брать. Очень
Руки уже, блин, аж побелели. Ну что, друзья, готовы? Давайте поднимать наш получачивс. А тут рыбы просто валом. Сейчас берем вот так вот. Шугу эту нахрен. Убираем с паука. Не получается нормально сделать. Вон рыбы там вообще куча. Нет, не сильно много. В основном одна мелочевка. Поймешь, короче, с какой стороны высыпать. Все. Рыбу, блин. С этой стороны. С той стороны. Зайчилась, блядь. Короче, еще и замерзает махом. Так, ну все. Короче, рыбалка тяжелая в этот раз. Очень тяжелые, друзья. Ячевица. Я вообще не знаю, что делать. Просто, блядь, жесть. Паук замерзает. Короче, друзья, это вообще завал. Еще и звонят. А вот наш улов. Кто видит, телефон достать проблема. Ну, пиздец тут, короче. У одного, блядь, не рыбалка, нахуй. А? Да ловится что? Да второй раз только вытащил. А потому что, блядь, вытащили, короче, вместе с шугой. Рыба валом, короче. Бери паук свой, слышишь? Старый. Нету? Ну ладно тогда, что так тогда? Она ячеица, короче, вообще. Просто ячеица. Блядь, короче, телефон утопил, блядь. Я свой телефон. Мелкая хамса. Совсем мелкая. Даже камера еле-еле работает. Замерзает. Вот первый раз вытаскивал, поболя было. Кучка такая добрая. Где-то с ведро. Пойдем, короче, пилить лунку.